кадровые решения и возникают, значит, есть перемещение, они, наш член правительства был приглашен в Дагестан. Мы очень много внимания уделяем, чтобы наши кадры прошли определенный жизненный путь, особенно работу в муниципалитете. Практически все наши кадровые решения связаны с теми людьми, которые прошли опыт работы на земле, в муниципалитете. В том числе и наши коллеги, вице-премьер Лена Ринатовна, она тоже прошла большой путь и в советском районе, и в администрации Казани. То есть никаких сомнений, что вот наши новые кадровые решения, они не справятся, такого нет. Они везде показывали высокий результат, эффективность. Ну и женщина, наверное, правительство обязательно должна быть. У меня много, значит, помощниц, которые решают эти сложные задачи, но женщины, они более такие скрупулезные и более тщательные. Мужчины, они такие масштабные, широкие. Да, иногда вот таких вещей не видят. Женщины, они все, они и здесь, поэтому мы считаем, что это правильно, когда.